Ну что, народ, короче, я тупанул. Во-первых, я узнал, что игра очень короткая. Ее даже кто-то прошел за 3 часа. Вот. Так, подожди. Не те занавески, да? И, короче, будем проходить. Вот я не знаю, наверное, разделим на 2 стрима прохождение. Так, мы получили этот окислитель. Или как он там называется? Растворитель краски, вот. Короче, приятного просмотра. Ставьте чаёчек, кофеёчек. С вами Казуко Фэмили. Мы делали паузу. Вот. Паузу прохождения. Так. Замок у нас вот он. Короче, там на замке мешает какая-то краска. Мы берем отбеливатель и растворяем. Так, красная краска удалилась, походу. Ага, повешенный влево, упавший вправо. Фигуры? Ну да. Ребенок. Твои друзья пропали, и место какое-то, ну, короче, трэш какой-то тут происходит. Извини. Спасибо. Да, у них, походу, машина разбилась. Ты слышал звук? Ну, место, да, где кушают, столовая. Может, это временный парадокс? Надо проверить все эти вещи. Да, но тут, скорее всего, все закрыто будет, поэтому нам надо обыскать именно вот это. Так, ребенок рисует. Кстати, да, это он, походу, рисует эту историю. Но тут, видимо, мать провожает сына с его женушкой в Юкате, что ли. И, походу, тот призрак, это она и есть, походу, в Юкате. Но это мои подозрения. А, вот. Так, путешествие в одиночество или в дальнее одиночество? Никак нету конца. Так, детский рисунок. Блять, что происходит? Юта. Да, такое чувство, как будто он разрушается. Все в порядке, Саки. Отдохни. Да, мне что-то не нравится, что с челом происходит с этим. Глава вторая. Место назначения Паст. Что происходит? Бля, в натуре она как будто в прошлое вернулась. Ёпарасоте.
Надо осмотреться. Вперед. Приятно, что игра джойстик поддерживает. Очень удобно. Чё? Все спящие. Пардон. Это... Но мама... Заткнись. Они игнорят меня. Ну да, как будто их не... Она... Чё, бабка видит или нет? Мой чай... Она ждет свой чай, короче. Нельзя, да? Трэш, 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 трэш. Чё? Он меня видит? Алло? Чё, блядь? Они мертвы? Ну да, если она попала в прошлое, то ее не видят, когда она находится... Чё, блядь? И что я могу сделать? Нет. Вот и прикол. Вот реально. Знаете, вот есть игры, они хоть и на английском, но они мега интересные. А есть игры запутанные. И ты не понимаешь, что тебе делать. Так, а что в дневнике? Это история, да? Это стих. Угу. Никаких задач. А ну-ка, подожди. Ну я никак не могу взаимодействовать. Я вот... Ножницы, нифига. Лом... Нифига. Дверь. Дверь закрыта. Ящик я пытался использовать. Но он просто тупо отвернулся и все. Этот. Чё? В смысле? Чё? А и чё мне как? Он что-то уронил? Что происходит? О, тут чел какой-то появился. Так, ну окей. Да ему насрать. Подожди, а за этим чуваком идти или нет? Подожди. Ля, можно, да? Ёбарасоте. Подожди, я сюда не хочу. Он сейчас с этой будет...
болтать с япошкой. Подожди, я хочу посмотреть, а у нас что-то там стало доступно или нет? Подожди. Ля, в натуре стало. Чё? Так, подожди. Но они, по-моему, Кио. Блин. Так, они идут в третью кабинку, да? А стоп, а она куда идет? Ага. Нам не позволяют, короче, взаимодействовать никак, да? Так, я надеюсь, мы не тупанем вообще, как в прошлый раз, нет? Вообще сюжетка тут интересная. Просто что? А, трогать мы все равно не можем, да? Ладно, остается только этот, как его. Её Минако зовут. Так, что-то она его огорчила. Мои родители что-то там. Что-то они огорчены, короче. Бывает. Дорогая. И это свалило, от того свалило, и та свалила. Минако! Бедняга. Чё? В смысле? Что? А чё делать-то? У меня... Железное и этот, как его. И что мне делать с ним? Ну. Так. Мои пальцы. И чё? Прекрасная поэма. Отлично. Чё? Опа, тут новенькое что-то появилось. Опля. А. Вот. Ни хрена, что-то пожилая мать у нее, у Аюми. Капец. Чё? Она... О, девка ее видит.
Нифига себе. Прикол, ну хотя бы девка нас видит. Прикол. Найти куклу. Ну, окей. Только если бы я еще знал, где твою, блядь, куклу найти. Такс. Да блин. Леди. Нифига. Но у меня вообще предположений нет, что делать. Тут все запутано. О. Кстати, у нас что-то новенькое тут открылось. Чё? А чё я могу-то сделать-то? Двери мы взломать не можем, вот в чём вопрос. Подожди. А с этой взаимодействовать можно? Нет. Печально. Это очень печально, потому что... Потому что начнется беготня. Так, чё, подожди. Что я могу сделать? Пожалуйста, найди мою куклу. Нельзя, да? Подожди. Понятно, он храпит. Нельзя. Блин, а что я могу сделать, блин, а? Вот реально, что я могу сделать? Либо я обратно что-то пропустил. Капец. Я ничего не могу сделать. Ладно, попробуем еще раз туда сходить. Чё? Нам надо под дверь письмо засунуть. Блин, я что-то не подумал. Сейчас, секунду. Так, это у нас получается следующая дверь, да? Так, шестой, наверное, а ну-ка. Ну да. И чё мы этим сделаем, доктор Кларк? Подожди. Окей. Она плачет. А чё, доктор Кларк её женишок, что ли?
Так, подожди, письмо мы сделали, а что дальше? То. Делать то. Но анимация тут прикольная. Кстати, есть вторая часть игры. Слава богу, что она на русском. Но почему-то первую никто не захотел переводить. Не сделали вообще никакого перевода. Хотя могли, блин, машинный перевод сделать, игра-то на английском. Вообще капец. Я не знаю, вот куда железный мячик потом пихать. Так, а что дальше? Окей. Тикс. Но куклу мы пока еще... Чё? Чё происходит? Чё? Так, ну вроде мы диалог с ними прочитали. А дальше чё? Глава третья. Что происходит? Да. Трэш, и опять снова мы это. Юта. Весело. Нравится мне, блин, этот Юта, блин. Капец. Опять с ним бегать, блин, с этим Ютой. Еще одна картина. Ага. Понимаю. И что, теперь на протяжении всего вот этого времени нам топать? Ключ мы так и не нашли. По факту. По факту мы вообще ничего не нашли. Как решить эту головоломку, мы вообще тоже не знаем. Но это понятно. Это начало того поезда. Да? Ладно. Посмотрим, что дальше. Так. Здесь, значит, у нас что-то упало, да?
Сейчас вот эта, блин, беготня начнется непонятно туды-сюды. Ну, вот такая вот, в принципе, игра. Чё? Реально шарик? Капец. Ого! Нифига себе поворот. Так, подожди. Давай. Оригинально, конечно. Ничего не скажешь. Стоп, подожди. По-моему, в обратном направлении. Охренеть. Прикол. Ничего, так ничего. Блин, почти. Давай. Блять. Он не туда упал. И как мне теперь его? Бля. А, я походу понял как. А, подожди. Бля! Давай! Да сука! Да блять, я не могу. Давай! Yes, of course. Так, подожди. Да... Пипец. Первый раз у меня... Как-то... Получилось. Бля, капец, теперь все заново, жопа. Так куда ж ты, блядь, полез? Это не вратрёпка. Ай, блядь! Пипец, никогда не подумал, что... Так головоломку... Бля! Чё? Серьёзно? Окей. Я тогда сохранюсь, мало ли. Я не хочу рисковать, я не буду рисковать. Зачем мне это, объясни, твою мать. Так, я, наверное, третье сохранение сделаю, мало ли. Лучше уж третьим сохранением сделать. Фух, это было напряжно, напряжно. Но интересно. Я немножко приболел, ребят. Ну, точнее, приболел. Вот. Но все равно сегодня вот хотел показать вам данную игру. Вот. Я... Так, еще бы найти от чего ключ. Честно, я нифига не помню. Сейчас надо посмотреть, в какую сторону нам идти, туда или туда. Так. А, ключ от замка, что ли, в натуре? Нет. Ключ не от замочка. Ключ, наверное... Есть, я ее нашла. Ха-ха-ха, ты молодец. Я найду маленькую девочку, я обещала что-то ей помочь. Так, окей. Куклу мы нашли. А дальше что делать?
Возвращаться назад. Чё? Вот оно чё. Подожди. Чё такое? Сейчас немного скримеров. Ага. Так, головоломку, которую нам нужно решить, да? Подожди, а эта записка, она осталась в дневнике? Ёпарасете. Ну да. Так. То есть, чё? Трое повешенных, что ли? Такая закономерность, что ли? Так, и сохранюсь, наверное, третьим сохранением. А мне бы еще вспомнить, где этот ключ. А, вот он. Так, попробовать его. Ого. Так, а если сделать left, 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 right? Нифига, да? Left, left. Чё? Неправильная комбинация? Бля. А как тогда? Так. Право. Право. Подожди. Право. Право. Right. И... Left, right. Left. И right. И чё? Да блин! Я что-то не могу эту комбинацию запомнить, сек. Так, подожди. Так, подожди. Left, left, right. Left, left, right. Подожди, right, 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 а потом left, left, right, есть. А, он умер, я так и знал. Повесился, чувак. Только непонятно почему. А... Юта, какого? Ну да. Я ни хрена не понимаю. Юта, нет. Да, твои друзья, походу, на шашлык пустили. Глава 4. Ну да, быстрая игра продвигается. Тара-тара. Чё мы за... Да ладно. Только не говорите, что типа за него играть. Или это просто типа флешбеки. В натуре за него, охренеть.
Нам, короче, наверное, будут историю рассказывать этого поезда, да? Окей. Блин, вот если бы русский язык был, я бы с радостью посмотрел бы, что к чему и почему. Но, блин, английская версия просто реально все портит. Ну, просто я английский. Увы, не шарю. Это его комната была, да? Буду знать. Мистер Моррис. Отец. Во как. Что-то какие-то терки. Блин, но игра все равно интересная. Даже то, что я примерно понимаю, все равно, ребята, интересно. О. О, господи, простите меня, пожалуйста. Да ладно, ничего. Не беспокойтесь. Меня зовут LG. H. AG Morris, походу. О. А я что-то знаю Эдмунда Морриса. Он работает в линии поезда. Ха. А меня Минако Мацумота. Ага. Я горничная. И зовите меня Тачибана. А, во как. Тачибана Титаны Индустрии. О, мой отец путешествовал, короче, походу знает их. Понятно, понятно. Спасибо и до встречи, Эйджи. Пам-пам, пам-пам. Чё? Чё такое? Она что, в него втюхнулась, что ли? Какая-то странная бабёнка. Да, он, походу, ей понравился. Чё, бля? В смысле? Ох ты, блядь, он что-то сделал. Блин, да походу это чувак с собой сейчас покончит. Ребята, блядь, что-то происходит. Что-то с этим поездом вообще какой-то трешняк. Одни убийства, призраки и всякая херотень. Отец! Отец! Что происходит, сын? Отец, я никогда... Чего? Подожди. Да блин, рассказал... Да я понял. Да при чем тут я дверь хотел открыть, твою же мать? А что дальше делать? Другой поезд идти, что ли? А тире-тире-ти, было бы все так понятно, но ни хрена не понятно. Та-та-та-та, та-та-та. Ага, мать куда-то отошла.
Опа-на. Какую-то записку нашли. Так, а нам хоть в эту сторону идти-то? Или нет? Чё? Там. Да блин, дай выйти. Наконец-то. Не всегда работает, как работает. Так, ладно. Бывает. Блин, друзья, ну смотрите, я, чтобы сильно вас не разочаровывать, я попросил своего друга Феникса, если он переведет эту игру, примерно сюжет на русский язык, то, в принципе, все понятно будет сюжетом первой части, но я просто до жопы хотел пройти эту игру. Так что я потом ссылку в описании скину на Феникса. И вы посмотрите, когда он сделает анонс данной игры. Я думаю, игрушка ему тоже понравится. Такая простенькая. Что происходит? Чё? Опа-на. Чё за трешня? Теперь эта девка что-то замешана в подобной херне. Ну понятно, ты туда не вернешься, да? И чё, в этот толчок что ли пулять? Да нет, вернись назад, сэмпай! Чё, в этот толчок толкать? Подожди. А ну-ка, давай, попробуем. Нет! Толчок обиделся. Пойдем к другому. Так. Так. С водой взаимодействовать мы никак не можем, да? А как же тогда нам открыть дверь к тому мужику? Подожди. А для чего мы брали... Чё за фигня? А чё нам тогда делать? Не понял ни хрена. Чё? Да понятно, что он не отвечает, блядь. И эта дама, блядь, закрылась. С отцом поговорить? А чё он скажет, отец? Подожди. Чё-то я нихера не понял, ну поговорили мы с отцом, а дальше? Блин, а дальше чё? Вернуться в хату, что ли? Знаешь, что-то с толчком делать. Так, подожди. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, сейчас сек. Надо подумать, что делать. А это не всегда нормально получается. Вот сейчас немножко затупо, да. Согласен. Так, ну с ящиком мы взаимодействовать не можем. А что делать тогда? Так, подожди, тут одни и те же диалоги, да? Значит, что-то в тех комнатах. А что еще делать-то? Нет.
Что-то в тех комнатах мутить. Мутить, крутить. Эй, подожди. Нет. Взаимодействовать с этим мы не можем. Ни хрена. Хоть по всем кнопкам щелкай, все равно никакого эффекта. Чё? Розу надо было подобрать, серьезно? А чё он ее не подбирает? Чувак, почему ты у меня розу не подбираешь? Ничего не пойму. Чё за фигня? Он, по сути, должен подобрать розу. Но почему-то он у меня не хочет ее подбирать, нормально? Чё за магия? Это я понял. Подожди. Чё? Ну чё, надо было прочитать. А я типа походу профукал записку, да? Ну давай. Чё? А. Окей. Походу из-за того, что скрипт что ли не сработал, я не знаю. Так. Может сейчас получится? Да. Так, отсюда мы взяли почему-то... Так, белую, знаешь, положить желтую. Чего, блядь? И что это за фигня, ничего не пойму. Почему у меня другие цвета? Блин, это ни хрена не смешно. Так, подожди. Он не... Чё? Подожди. Я не то, что ли, вытащил, что ли? Да. Логика. Как-то по-другому тут все работает, но... Да ладно. Текс. Текс, текс, текс. Три записки мы получили. Отлично. Допустим, три записки мы получили. С унитазом мы вообще взаимодействовать не можем. Там...
Окей. Так, сейчас он увидит эти видения. Тут без прохождения вообще тяжело играть. Так. А, это то, что он записку сейчас получит, да? Ты. Так, а что после того, как мы записку получим? Что куда дальше? Так, с третью записку... Что, наверное, возвращаться вообще назад, что ли, да? Походу. Ну, походу, я так и думал. Что нам возвращаться, походу, назад. Так. Чё? Что ли разговаривать? Нет, идти походу дальше. Что происходит? С матерью? Подожди. Да ёпарасете. Так, хорошо, а куда эти таблетки-то относить? С кем он там трахтит? Чё? Нет, не здесь. Хорошо. А где тогда матушка может быть? Так, это не то. Блин, а где его матушка может быть? Ай. Я запутался, где она может быть? Тут вообще ничего не пронумеровано. Я понял, что нужно лекарство типа матери принести, но... Вопрос, где его мать? Вот в чем вопрос.
Так, хорошо. Пытаемся тогда все понять. Так, мы еще часик играем, это маловато. Часик это такое себе, в принципе. Надо подумать, надо подумать. А где ж его матушка может быть? Нет воды. А, нам воду... Все. Я понял. Так, окей, воду мы нашли. Значит, вода должна быть с этими... С таблетосами, да? Окей. А дева, получается, матушка лежит. Серьезно? В третьей этой? О, мой мальчик. Ух ты ж. И еще кто-то с ней там рядом. Дочка, что ли, или кто это? А, Кио. Короче, видимо, ее помощница, блин. А она не могла, блин, лекарства принести. Хотя... Она составляет хорошую компанию, да, мама? Угу, видимо, да. Окей. Спасибо. Ага. А куда ты пошла? Но ладно. Чё? А, это пошла, что ли? Мама тут, походу. Хорошо. Доктора Кларка. Так, доктор. Но я не удивлюсь, если его мать скопытится. Что такое? Они книгу, что ли, потеряли? Ага. Сейчас что-то обратно искать, да? Ай-яй-яй, Коко Джамбо. Так. Ну, примерно я пытаюсь сюжет понять. Чё за фигня? Да, кстати, чё с поездом происходит? Какой-то временный парадокс. Голова 5. Маска страха. Ага, во как. О, теперь за эту бабу. Канайо. Саки, проснись. Саки, Сасаки. Канае? Да, это я. Ну, хотя бы с ней теперь. Что тут происходит? Ну да, все пробудились и не понимают, что за херотень тут происходит, да?
Я не могу найти Казуки и Сена. О, как. Да, я не удивлюсь, кстати, если две девки спасутся. Это всегда, знаете, по канону японскому. Две девки спасаются и все. Не, игра интересная. Просто я не захотел ее в Стиме приобретать, потому что английский язык, русика нифига нету. Так-то игра-то в принципе заслуживает своих денег. Ну, кому реально не жалко такие проекты. Все-таки люди старались, сделали. Так, нам надо найти Юту. О, нет. Юта, он... Короче, сейчас Саки будет. Твою мать. Что с Ютой? Он умер. Что? О, господи. Да, если мы не найдем остальных. Мы должны Юту найти, пока еще не поздно. Да. Окей. Фонарик, два фонарик, три фонарик. Так, что? Ага, всякие эти. Ага, у нас два входа. Ну давайте глянем левый вход. Страшненький левый вход. Не живем. Вот так. Блин, дежавю. Дежавю, дежавю. Текс. Да я помню, подожди. Где маленькая девочка? Я нашла для нее куклу. Да, где у нас та визитка, интересно? Где визитка, а? Я не понял ни хера. Так, вот сохраняшка. Так. Ну, наверное, первым сохранением. Я ж надеюсь, я не тупанул. Что перезапишу и то, и то. Да, я понял, в принципе, что нам надо что-то там творить, мутить. Так, ну ту головоломку мы решили. Чё? А, она хотела ее предупредить. Чё? Труп исчез? Саки. Здесь был. Да, но кто-то его снял, да? Я не могу поверить. Я не могу летать. Им измерить. Чё, она куда-то свалила? А, вот и Роза, да? Золотится роза чайная, как бокал вина. Так. Тут закрыто. Все закрыто, перекрыто, шито-крыто и накрыто. Так, ребятушки, мы, наверное, сделаем маленький перерыв. И я, короче, это, вернусь. Так что не прощаемся, хорошо? Договорились. Сделаю маленькую паузу для себя. Так что не переживайте. Будет интересно, будет классно. Так что я надеюсь, вам игрушка, в принципе, заходит. Она, в принципе, заходит и мне. Вот. Но мы это... Короче, не прощаемся.
Просто нужно немножко сделать паузу. И вот с этого момента с менюшечки продолжим, хорошо? Давайте, друзьяшки, не прощаемся, я недолго.